Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 21 января 2021 года. И вот эти два красавца Сатуралиса, Сильверфуд и Стандарт, отправляются в Санкт-Петербург в новый дом вместе с полностью оборудованным террариумом, со свежим мхом сфагнумом, торфом нейтрализованным сфагнумом, а также с террариумом с правильной вентиляцией. Напоминаю, как это делается. Небольшие отверстия около грунта, а также с противоположной стороны в террариуме. Грунт pH нейтральный, кислотность 5,5, 6,5, нейтрализованный. Кормовой мел природный, ну и точнее, не кормовой, а для питания улиток природный мел. Он кусковой, но здесь вот у меня для малышей крошка. А также кальций-кашки, которые покупать можно у нас в питомнике вместе с улитятками. И напоминаю, в связи с тем, что мы переехали жить в пригород Санкт-Петербурга, улиточки теперь продаются под заказ. Я отправляю в город после предварительной предоплаты, так как за последнее время участились такие ситуации. Я отправляю в город заказанных улиточек. За ними ухаживать в городе приходится моей дочке. А покупатели затем передумали и не приехали, не выкупили свой заказик. И поэтому дочке моей абсолютно некогда ухаживать за чужими улитятами. Поэтому теперь вот такие способы, скажем так, продажи улиток в нашем питомнике. Плюс количество видов улиток на продажу сокращаю. Так как мне достаточно сложно отправлять их в город. Ухаживать приходится за улитятами на продажу, как за своими улиточками. Поэтому количество вообще в целом улиточек на продажу сокращается вместе с количеством видов улиток, которых я буду содержать для своего личного удовольствия. Ну и, в общем, примерно так будет далее обстоять ситуация. Также будут обстоять дела с видео, которые я снимала про улиточек. Все необходимые видео про содержание, кормление, питание, как что делать, как переселять, расселять. Много лет, я более 9 лет содержу улиточек, много видео на канале нашего питомника. На все основные вопросы, все, что я знаю, я уже ответила. Снимать ничего нового мне больше, собственно, рассказывать вам не о чем. Никаких особенно секретов у меня нет. Все, что я знала, я уже рассказала в своих видео. Поэтому, если я буду делать какие-то видео про улиточек, то это, например, по просьбе покупателя, который сегодня просил перед отправкой показать ей ее питомцев будущих. Ну и заодно вот, да, для нового покупателя рассказала, что находится в террариуме и как вообще это все выглядит. К комплекту террариума два улитенка поедет к новым владельцам, естественно, белковая добавочка кальций-кашка и отдельно кормовой мел для питания улиток для укрепления их раковины. На этом, дорогие друзья, я с вами буду прощаться. Но на канале нашего питомника завтра появятся новые члены нашей семьи. И если вам интересно посмотреть, кто они, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. И до новых встреч.